Привет, с вами снова Владимир. Красивая девушка ушла, но мы все равно успели снять. В смысле, заснять. Так вот, я вот шел просто, выходил с выставки, увидел, как доблестный наш сотрудник, которого зовут Сергей, резал металл. Я пока гулял, он уже резать перестал. Я когда увидел вот такие прелести, Юля, наверное, это в честь Юли тут, я попросил еще раз настроить резку. Это резак. Как он правильно называется? Гипертермплазменная резка. Гипертермплазменная резка, то есть звучит ужасно. Сейчас посмотрим, как это работает. Это, наверное, стоит бешеных денег, и мне про это ничего не известно. Я покажу, как это работает. Ну, Сергей, приступайте. Смотрите, какой рез. Даже чище, чем от болгарки. Не окалины, ни капель металла. Отлично, это очень интересно. Но это был толстый металл, я думаю, где-то восьмерка. Десятка. Десятка, то есть его замера у меня нет. Так, а что-то еще нам хочет Сергей продемонстрировать? Шестерку. Шестерку? Ну давайте посмотрим шестерку, хотя обычно повозрастающий. Ну, это нам не интересно, потому что после десятки шестерку мы ожидали такого эффекта. А это что? Это нержавейка. О, ну нержавейка, это интересно. Посадники знают, как ее трудно резать нормально. Так, что еще нам пока? Это что? Нержавейка. Опять нержавейка? Нержавейка, да. Только толще. Нержавейка толще. Давай. Ну, вы видите, сколько Сергей всего сегодня резал. Сергей, а что нужно для работы этого бешеного оборудования? Электричество, наверное... и компрессор. Электричество, компрессор. То есть воздушная смесь. А скажите, электричество каких-то страшных киловатт нужно? Мощность, в зависимости от мощности. Но то, чем вы резали, сколько киловатт потребляет? Много, в районе 30. 30 киловатт. Но вы откуда берете такую мощность? Трехфазные сети. А, так, а я думал, это работает генератор, это работал компрессор. Ну вот, Сергея, благодарим. Видите, можно вырезать фигурный рез. Ну где, я так понимаю, варить можно? Нет, только резать. Только резать, вот это я ошибся. То есть это для демонтажа различного крупных сталеконструкций. Благодарим Сергея, благодарим эту фирму за разрешение съемки. До встречи на YouTube.